Привет, друзья. Ждем, когда появится смузи. И будем бить ему лицо. Пока что план такой. Яйца никак не научусь кидать. Так, ты вертикально вверх, мне кажется, их вообще классно кидать. Так. Алло, смотри, здорово. Давай в лобби залазь, не буду я лицо твое бить. Давай. Ты готов? Я смотрю, ты тренился там, смотри. Когда я тренился? Я в Супермен Бой тренился. Это поможет? Ты прошел там далеко? До второго мира. Ну, ты даешь, смотри. Это минут 10 геймплея, наверное. Если так это уметь. Так я же на А плюс. Это как ты. Слушай, в мидбой тоже тебе рискать, аж ты... Да, а потом еще боши все пройдем и... Это, и да, и потом боши сразу же, да, действительно. Слушай, сегодня в Донки Конга играл. Такой классный. Я рекомендую прям 10... А, я тебе говорил уже. На YouTube залил, короче, можешь позырить. У тебя тайм стоит. Че? А, у меня тайм стоит. Сейчас, подожди. А как мне обратно, слышишь? Вы... А, вот, Leave this battle. Я лобби не уничтожил? Уничтожил. Так, сейчас я сдам заново. Free for all. Так, стоп. Чё я не сделал, чтобы правила тут нормально были? Залазь. Не знаю, может, я так не заслужил. Так, окей. Ну все, my body is ready. Какой цвет больше нравится, синий или оранжевый? Смути, тебе надо выбрать, чтобы ты репрезентил. Ну ладно, сейчас попробую так. Now it's on. Лагает, смузи, что делаешь? Пока ничего не делаю. Оу! Подлагивает чуть жестко прям. Я ну так не могу... Ну сейчас закончим, я посмотрю что-то. Давай, давай. Так, а у тебя ботинка приоритет, я понял. Вверх по кархе. А, он-то какой. Что, даже не ты так такой, а я не попал.
Чет. А что делаю? Ничего себе, ты граб начался. Вот это я тормоз. Ты видел это? Ножик. Ничего себе, ты прям затаймил. В смысле, завязан. Holy shit. And then. О! Что-нибудь сработало. Короче, у твоих ног какой-то очень большой приоритет. Но вот этой штуки тоже достаточно большой. Блин, лагает вообще жесть. Мне еще телек надо выключить сейчас. Ай, попался. Ай. Мне кажется, у тебя лаг-свич, короче. Ты что-то начинаешь это свести. Так, тихо. Диай. Вниз бы это не очень надежный способ наносить урон. Так, тихо, это я телеку. Я так понял, сейчас основная проблема будет справиться с твоим вербэй и баннерами. Типа, когда ты летишь вперед ногой, надо придумать, что делать. Если вот с этим понятно, что можно даунби нажимать, тут с этой не ясно, что делать. Потому что у меня мой АПР типа меньше приоритет гораздо иметь. Мам. А, ты тихо. Ай, гайс. Я как до конца не верил, что так может произойти. Ничего себе, ногами прям по-разному. О, нормальная тема. Это убивает, под это нельзя вставать, смысл. Это как если я по твоей ногу ставлю. У тебя нога, кстати, наверное, тоже убивает. Не, у меня еще там немного убивает. Нога, по-моему, не убивает. У тебя верхняя нога 100% убивает? Убивает, да. Ну, надо там какие-то проценты знать, когда юзать. Здравствуй, пинги, по Е больше не будет? Нет, по Е больше не будет до следующих лиг, то есть до весны. Всех, в принципе, весна уже пару-тройку месяцев. Короче, посмотрим. Че, уже победил все лиги? Я, да, смуть, вообще побеждаю. Респект, уважуха получил прям, за Макс. To the max. Я, в принципе, понял, как мне работать с Самус. Вот так. То есть это решение. Ничего себе, да. Почему у тебя приоритет был на этот раз? Потому что в этот раз совсем синий. Че, там нормально? Летаю еще. А, еще. Да, опять. Слушай, а как так? Я что-то хотел нажать, чего я сам не понял. Слушай, а давай, короче, следуй, как все работает, потому что иначе мы так будем друг друга биться. Типа, короче, ты на меня вниз ногой летишь, а я тебя апсмэш даю. Классно будет? Давай. Так, давай еще раз, еще не пошло. Ты была нога или нет? Не, не успел. Че-то лошу, ты хватит валяться. Так, все, понял. Блин, а этот тайминг очень жесткий, то есть надо где-то за полсекунды до приземления успеть нажать. Давайте резать что-нибудь. Хотя у тебя верхняя нога, она бахает прям, я понял уже, что она даже дамби бахает.
Ладно, давай тогда драться. Окей. Э, куда? Куда идешь? Э, вернись. А, о, ты меня спас. Спасибо. Это Сабиль, ты граб спаешь? Не скажу. Это секрет. Я так понял, короче, мне надо на приземление ловить твою нижнюю ногу, все. То есть я под нее стараюсь залазить, а это плохо. То есть вместо этого надо вот так вот подлавливать. Нет, будет победка. Что вот ты летел, а я ставил как аутист, вместо этого надо было вот так делать. А, или яйца все кидать, пока ты там летишь. Тоже нормальная тема. Научиться только их кидать бы. Че там? А, это должно убить. Не, нормально. Не, оно там как-то раньше убивать. Ну, все-таки надо ближе было тебя поймать. Слушай, я теперь, как только я понял, что ты делаешь, мне надо активнить теперь играть. Вообще... Смотри, ты что-то не умеешь убивать. А вот за это надо, блин, у тебя опять там что-то. Не, в шахматах не умею в конце играть. Опа! Быстрее ты приземлился. О, наконец-то. А, это смеш был. Э, ты не дохни. Опа. Подбавлено. А, я теперь ты быстрее оказался. Короче, мне не нравится то, что... Типа, у меня весь персонаж про то, что я в воздухе, типа, должен бахать. В итоге в воздухе ты меня бахаешь. В основном потому, что я аутист. Давай проанализирую. Нравился? Ну вот, видел план какой был у меня? Только он не сработал нифига. О, сработал. Я тебе, это единственное, что приоритетный. О, а, щет, я ж сдохну так. Тихо. Fuck you. Где эти карки? Питер. Окей. Я чё, да, у меня шеф. Не, здесь скорее это. Не столько пальцы потеют, сколько в голове должно перестраиваться очень быстро. То есть адаптироваться надо очень быстро. Это прикольно. То есть теперь я знаю, что когда ты вниз ногой летишь, если я в воздухе, мне лучше выход это яйцо кинуть. Или вернуться. И поймать тебя снизу. То есть, получается так, что агрессия вообще не всегда лучше выход. Опа. Огребаешь. Год какой. В смысле, ну я считаю, ты давай с лаг-свечом своим завязывай. Я вообще никого лаг-свечать. Я уже все вырубил, что могло. Че смеешь спамить? Что вообще против закона должен быть? Я, а че? Блин, я думал, он достанет. Слушай, может это у меня что-то там качается? Блин. Потому что как-то не очень удобно играть.
Может, жена качает что-то. Иди ей там скажи, что у нас... Мы вообще тренимся здесь, на Apex поедем, блин. А, вот и Apex. А, подожди, ты с этой ногой летишь некоторые... Подожди, а как это работает? Да, да, она вообще какая-то очень странная. Я тебя убиваю, кажется, по смыслу. Кажись, убил. Ай. О, я живу. Кажись, да. Быстрее, наказываем. 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 Еще наказываем. Я! Еще наказываем. А вот это вот вообще прям наказываем. То есть, видишь, я не стал прыгать, вместо этого наоборот. Смуть, ты понимаешь, что ты огребаешь просто сейчас, в данный момент? Я успел ногу поставить. Да ладно, как ты? Братан! Ты ждал меня, да? Ну, надеялся и верил. Ай, тихо там как-то... Блин, вообще лагает. Очень жестко. Иди, слышишь, на жену на аре. Зачем орать на жену? Ну, типа это. Побудь Гитлером некоторое время. Я, кажется, тебя убиваю. Слушай, вообще прям не играю. У меня бывает по вечерам иногда. Вообще интернет плохой. Это в Чехии тема такая местная? Ну, типа да. Европа все дела. Не понял. Ну дальше так играть будет сложно. Я открою графики свои, посмотрю. А у тебя графики там еще? Ну давай, доиграем, подожди, дак я тебя убью. Подожди, я что-то не то вылетело. Ты возвращаешь там, да? Подожди, а почему у меня не то улетает? Ты что, камбэк что ли решил там мутить теперь в этих лагах всех? Fuck you! Слушай, иди нафиг, у тебя рейдж включен, ты меня сейчас будешь бахать. Давай, что? Holy shit, I'm done. Бам, наверное, все. Серьезно. И типа я не успел на... Иди нафиг, слышишь? Я сейчас сам убьюсь уже с этой фигней. Сожги жену, советую сейчас. Хорошая игра, Смус. Где-то в Акархе. Сейчас. Да, давай, я все тоже посмотрю, вдруг у меня... Все вроде я вырубился. Let's go. Здесь лаги очень неприятны, потому что здесь нет абсолютно никакой лаг-компенсации, поэтому когда лагает, оно начинает такую вот пошаговую быть. А пошаговая эта игра, она непредсказуема в том плане, что непонятно, когда он лагать перестанет. То есть неприятно со всех сторон. Давай, да. Let's go. У тебя тоже эта музыка? Да. Все, она у всех.
Короче, нам надо завязывать с этими вот прогулками. Какой бред. Блин, я не тебя нажал. Ну ладно. Ау, что-то я грибаю. Граб раньше, это, конечно, просто забей. Окей. Что ты меня напинаешь прямо, я ничего сделать здесь не могу. Нормально? Окей. По-моему, там опять началось. Не, нормально. Зашмол. Ну, я отравлю. Я тоже. Ну ладно, нормально, в принципе. Я сегодня читал про какую-то клевую комбат-механику, про то, что идешь в одну сторону, потом резко поворачиваешься и теряешь лицо из власти. Не, дерьмо. Противник. Как это называется? Там что-то перфект пивит, вот это все. Эй, я, блин, вот ролл Йоши, это просто вообще, можно не учитывать, как опция. Зачем я это делаю? То есть я понял, что моя комбо не работает, а я все равно делаю. Да, только теперь у меня 42% и нужен камбэк, гайс. Я понял, что ты даже так спамишь. Но на этот раз не успел среагировать. Ох, как все хорошо стало. Блин, надо это переключить. Схемку. А то я P1. P1 будет плохо. Чего-чего ты? Player 1. Так ты всегда Player 1 все. Нет, я обычно... У меня имя есть. А, я понял. А, обманул, окей. Ух, камбэк зрел, гайз. Камбэк. Как я как думал, что яйцо-то не умеет закрыть сцену кататься. Обычно ты не укатываешься. А здесь что-то прям бах. Только у кого-то не умеет укатываться. Не помню у кого. Не-не, у него не укатывается, но если прям нажать как надо, то можно. Вот я, походу, там протопил. Лишь у этих, у Фокса с Фанканом. Они обычно до края летят, но если это в воздухе сделать, то вылетает только так. Не, здесь Даша так тоже у меня, то есть он вроде прыгает, а вроде не улетает. Это понятно. Ого, ничего себе. Ты прям стоишь себе, бро. Понимаешь, что я здесь сбиваю что-то? Ай, 7%. Ай-яй-яй. Ну, смотри, не отвлекайся. Ай-яй-яй. Опа, неужели бьет? Так,
Я, кстати, не уверен, насколько полезна вот эта просто веревка, которую урон наносит. Вам не очень. Бам. Ай-ай. Ага. О, смотри, ты понял, что надо от меня как можно дальше приземляться, потому что я каждый раз себя вот так ловлю. Ай, оу. А я все никак не пойму, что у тебя граб длиннее и... Давай. Э, а че, вот? Ты че, и все можешь контролировать, когда летит? Не знаю. Как... Джой, пинок! Ебаде. Да что ты? Ну прекрати. Ай-яй, пинище. А-а-а! Улетел. Ну вот. Досток дрим. Так, что-то огребать начинаю, по-моему. А у тебя рейдж механик включился, ты типа жесткий. Оп, вот так. Я всегда жесткий. А, посмотришь, сложно какой-то. Let's go. Ай-яй-яй, дамы и господа. Слушай, а если с платформами стоишь, давай потом на Смашвили. Ну или сейчас выберись, точнее бы. А, готов. Что это поменяет? Мы как-то это, тебе, на самом деле, Самус надо, типа это, спамишь прожектайлы? Ну да, она типа... И дерьмует. И стреляет вот так вот. Да, и типа я к тебе должен подбираться, а не ты ко мне. Я же честный. И если ты аккуратно играешь, то мне тебя будет сложно подавить. А потом ты меня подловил, подбросил и начинаешь избивать своими ногами вверх-вниз, там вот это все. Ничего себе, у меня видал хитбокс был ты? Ай, ох, как я... Слушай, я потел, короче, набил на те проценты, и ты потом просто с ударом мне их снял обратно. А, блин. Вот меня бесит, что не могу я так кидать яйца, чтобы нормально было. Тихо, я танцую. О, впервые попал, наверное, в себя воздух. Нормально. О, ты все там? Надо затаунсить, чтобы это... Чтобы психологическое преимущество. А ты не должен таунсить, потому что ты сдох. О, вот так можно. Ай! Короче, сложно стоишь. Давай на Смешвили попробуем. Там эти. Там эта платформа, которая есть. Мне кажется, ее можно как-то смешно юзать. Где он? Смешвили. Ну где он там? Там, где есть. Желтенькие. Желтенькие. Желтенькая. Ну, желтый стейдж. Ну, из-за этого, из-за него кроссинга.
Woolly World. Блин, короче, да пофиг, бери любую омегу, если не выберется, то как бы фиг с ним. Так. О, народ пришел на стрим. Привет, гайз. Так, вот эта фигня есть. А кому она будет удобнее? Тебе или мне? Наверное, все-таки тебе. Ну, у меня АПР круче. Ну да, что если чувак на стейдже, то... А если я на стейдже? Мне яйцам забраться удобнее. Да, вот, вот так. Эй. Слушай, а что это делает? Потому что я в воздухе языком делаю, оно же не грабает. Грабает. В воздухе грабает. Я тебе ничего не сделал, короче, пока я тебя жевал. Я потому что обдумал. Да ладно, граб, ну. Да, давай рядом прыгнем, а вроде урон не наносит нифига. Подожди, давай, прыгай, короче. Давай еще. Везде, ты мне на голову наступил. Да ты дебил, подойди. О, давай, во. А, немножко нанесло урон, ну ладно. Я так понимаю, тебе надо просто все кнопки одновременно нажимать, долбить, чтобы ты вылазил быстрее из него. Эй, что за кнопка? Что-то я не то жму. Что-то туда. Эй! Тихо. Ау, как это больно. Короче, я понял, по тебе вставать, когда я в воздухе, это плохо. А, да ладно, я смерч же нажал. Да, вот это плохо, а вот это хорошо. А тебе надо научиться под меня им приземляться. Я бегаю под тобой каждый раз. А у тебя приземления какие-то странные. Ты либо вниз бою знаешь, который не нужно абсолютно, и который самый наибольший паниш происходит. Который вот это, он летит по дуге. Ну, так от него... Либо с ногой летишь, она тоже лагучая. То есть тебе приземляться, выгони, просто приземляться. Вот так в воздухе лавируюсь. Что ты вот так вот, допустим, делаешь, непонятно, где я приземлюсь сейчас. Я не умею воздух лавировать. А, ты куда? Я там пытался как-то это умничать, а сам чуть не сдох. Ладно. Наступил. От души. Будет кемпис. Как с этим можно бороться? А, платформа сама мне зарунит, я понял. Когда не будет кемпис. Чего? Ничего себе, я думаю, ты все. Эй! О, видишь, ты нормально себя приземлился, я поэтому не смог тебя поймать. Иначе я тебя поймал. А сейчас... О, ничего себе. Ну, почему лагу у тебя не было? Петро, ты придумал. Так у него вообще сейва нет? У него вообще нет сейва, у него только два прыжка. А языком он залечь умеет? Чё? Или нет? Языком залечь умеет грабить или нет? Ёж нет, не умеет. Ты своей фигней умеешь грабить. Я умею, да. Я знаю. Да, на жесткий PvP, пока мы... Бахаем. О, я правильно могу менять. Так. Наконец-то. Как-то мне не понравилась платформа, система. То есть она, в принципе, для нас, для обоих, не особо любопытная. Хотя... Не знаю. А ты в воздухе еще можешь стрелять из бластера, да? Я могу грабить в воздухе так же, как ты. Ну и да, из бластера тоже. А, то есть, есть, типа, если я на платформе, ты можешь стрелять с платформы и как... Там флоу потом замутить. Опа, видишь, лаги приземления, я тебя сразу ловлю. Воу. Что делаем?
Блин, я с кнопками разобраться не могу. Просто даже обычный neutral air набрать не смог. Ай-яй-яй. И 5-50 встал. Воу. Это у тебя там? Чего? Мобильничек прозвенел. Нет, нет, не меня. Это надо. Тихо-тихо-тихо-тихо. What? Так. А, воу. Я на ногу наступил так. Да тут неприятно. А, да ладно. Мне каждый раз бесит, что я смотрю, что с яйцом будет дальше, и ничего не делаю. Слушай, у тебя там какой-то дебош, мне кажется, там жена рунит хату прям. Нет, она готовит пирожки. А. Ну, ладно, это процесс такой, я сам по себе знаю. Часто готовишь пирожки? Часто, да, бывает, наготовлю пирожков, давай идут стрим. А, да ладно, блин, я не то нажал. Как ты это делал? О! Ты как так вылез? Камбэк. Вылез с ногой. Fuck you! Ага, теперь у меня преимущество, потому что у меня рейдж механика. Я реализован в бойце. Как ты после ноги не особо ты предлагал, в принципе, сейчас. Так, что-то там мувы. А, кататься не очень прикольно. Тихо-тихо, ну. Вот, это мой план был, а не твой. Ты бьёшь и прекрати, что ты делаешь? Смысл спаймит граф, короче, просто, я понял. Что-то опять подлагивает. Ну, немножко. Она там рецепт, что ли, на пирожки скачивает? Или сериал смотрит там по интернету пока это. Слушай, у нас достаточно равное состояние. Ой, а что такое было? А! Бам, наступил. Так. Наступать не прикольно. Мне очень сложно на самом деле попасть. То есть тебе надо прям совсем наступить. Как вы тебе пуфа? Я им пользуюсь, типа, на земле, когда это. Когда ты приземляешься в основном. А с сайдсмэшем мне ими сложно очень попасть. А мы, кстати, не ролимся вообще, то есть это ролл не юзу. Я не юзу, потому что у меня лаги, а ты не юзуешь просто потому, что because fucking, наверное. Какие роллы? Ну, типа, шилд и в сторону. Ну, типа, даже со всей стороны. И что будет? Ну, будешь роллить, попробуй. Шилд и в сторону. Ну, видишь, а. Ты флипаешь. И, типа, это топыч. И оно еще наносит урон или как? Не, ну урон ты доджишь. Другое дело, что ты когда встаешь, это подлагивает. Вот сейчас подлагивает, по-моему, вообще просто вопрос. Подожди, а почему я? А я лагаю, понял. What?
не работает. Че не работает? Ты таун спамишь, придурок. Ну, в этом, в предыдущем смеше был клевый таун. Она там превращалась в другого Самуса. Ты в Брау играл? Да, конечно. Чисто. Как у нас опять пошагусь. Мне это не очень нравится, если такая фигня будет дальше. Я думаю, достаточно быстро мы закончим. Потому что я инпут какие-то вожу, а потом на экране черт вообще происходит. Разве она не всегда так работает? Нет. Вот и мой смеш бежал. Даже сработал. А, я улетел. О, ничего зацепиться по свагуски. А, я смотрю, ты ролик начал. Это было не очень умно. Так, не умно. Ай-яй. И теперь я точно так же. Пытался же я сбоку быть, а у тебя сверху, похоже, прямо это дофига зон ну, открывает. Ну, длинная, да. Нет, в том плане, что широкая, а не длинная. Выбал. Ого, у тебя джаб есть. Я еще ни разу не вижу, что вижу. Я не знаю, как получишь. Джаб просто жмешь, зажимаешь и держишь. Да, вот так. Это, да, неожиданно. Комбо. 4%. Да как ты так? Там какая-то фигня происходит с фрейм. А, я не достаю просто. Ладно. Как так? Вообще у моего сайт смеша горизонтальная фигня достаточно жесткая. Я вижу. А я как-то не юзал его. Как ты его не юзал, ты в который раз юзаешь? Не, я об смеш обычно юзаю, который пинается. Что вообще процент влияет, спрашивается? Процент влияет на то, насколько просто тебя убить. А умираешь ты, когда я тебя за экран выкидываю. Ну, не я тебя, а возможно он меня. Блин, в смысле как-то потно начал, а я не подготовлен. Во, вот этот корабль, это метанайтовский из Кирби. Угу. И там на нем прям делаешь два. Ну, убиваешь корабль. Давай. Вот. О, я ударил твой бластер, а это сработало. Я всегда на это попадаю. Слушай, как ты меня ловишь каждый раз? Это обы? Потому что ты летишь очень медленно. Наверное, да. Есть.
Правда ли, что медленно смотрится? Пожалуй, единственная фигня, которая меня напрягает. То есть с ногами вниз мы справились кое-как. Я тебя убедил, что не стоит просто юзать так часто. Ты сам, да, понял, что попался на эту ловку? Так. А вот с этой фигней сложно пока. А теперь можно вот так делать. Майндфак. А, вот и как. Я тоже так могу. Эй-эй-эй. Помню, Дангеринос. О! Все, понял схему, да. То есть я тебя могу развести на это АБ, просто пододжив его. Если ты его сделаешь, я тебя поймаю и на приземлении бахну. Иван, зависит, когда надоест, соло бить лицо женщины. Да у нас как-то лагает, я думаю, ты если третьим придешь, то будет все очень, скажем так, еще проблемнее. Потому что даже сейчас один на один, как-то там то ли смусь с сеткой, то ли у меня сетка, какая-то фигня. Непонятно, то есть может рост целиком, может у нее там чешский ADSL. Пинг, go в доту. В доту, не знаю, может завтра будем бакс. О, ничего себе. Газ. Музяка. Слушай, ну вообще прям топ музяка. Подожди, ты меня с земли поймал, эту фигню? Угу, она работает с земли. Вообще законно. Ничего, если ты нашел выход из ситуации. Ты понял, что я тебя комбинирую каждый раз и решил прыгать? Потом понял, что можно просто бить. Если реально работало. Ты что-то не можешь противопоставить ботинкам вообще ничего. Ай-ай-ай, ау-ау, нормально. Есть дождь. О! Куда ты там с твоими яйцами? Я, кстати, могу вертикально вверх как кидать. О, так. Подожди, я следую ситуацию. Нормально, да. Почему он так медленно летит? Там как-то зажимаешь, что ли? Ты исследуй, как сделать так, чтобы быстро летел. Да, вот так вот. Вот это сложно поймать. А когда медленно, то не очень. Там когда как, я не знаю. Ты, может, кнопку зажимаешь? Типа... Да. Типа, если А зажать. Нет? Нет, я не знаю, как это получается. Какая фигня. Ладно, дай я тебе. Нет. Пожалуйста. Ну ладно. Ай, в самом итоге грибаю. О, вот я был. Да он смеешься? Он совсем не очень понял. А, вот сейчас я не успел нажать. Это убивает. Это что такое было? А, кстати, мне 156. Смеш в воздухе. Ну, смеш в воздухе, если ты на стик нажимаешь, то это просто обычный орел. Вся... Yeah. Наверное, БКР какой-нибудь. Нечестно. Нет! Да я достигну тебя. Да ты лагаешь опять, блин. Что это ненормально, когда ты успеваешь там вводить свои импеты, а я только отлагал.
Я не знаю, у меня качается 180 килобит в секунду и... Так может ты выключишь это дерьмо совсем, нет? Выключается метро. Я имею в виду вообще весь трафик мой в квартире. А. То есть, либо это провайдер, либо это у тебя. Не понял. Там, может, роутер идут нас. А тут... Тут совсем не дело. А, подожди. Ты урон получил... У тебя армор, наверное, от фигни. Бам. Ого, сразу 99%. Че такое было? Бам, все. Слушай, надо перерубать все нафиг. Мне кажется. И я стримлю, то есть, ну я не думаю, что из-за стримки, я вчера стримил. Гайс, прекрати дудосить нас. Опять дудос. Мы на лану поедем, надо это. Антидудос. На лане нет дудосов. Антидудосом намаз. Нет смысла, здесь, к сожалению, совершенно обратная ситуация, ты не поверишь. Там лан с одной дыркой в интернет и в эту дырку заливает просто. Сразу же на все команды, там, на всех этих. Ну понятно. На всех чуваков, которые там бесплатным Wi-Fi пользуются, просто потому что это лан. Ты уже не лан пати, это ван пати. Наверное, да. Так хорошо с гири, ничего не лагает. Так. Ты побеждать прям собрался? Смотри, не прекращай. А! Что я не был готов к такому напору. И как контрить это? Да тихо ты, я развернуться не могу даже. Ед, факархи. Блин, а почему ты не сдох? Такой план классный был. Короче, лагает сразу. Ладно. Давай сначала ты, короче, перезагрузишь шоу, ты перезайдешь. А потом, если не сработает, то я. Потому что у меня стрим падает, и если я первый начну, то будет дерьмово. Это вдруг на той стороне. Стреляли. Что, ты съел мою эту, что ли? А ее отбивать же можно. Ты, если меня стреляешь, я кулаком убиваю просто все. Любой прожектайл. Прям самый крутой всех. Ну то, что всем любой. Дай съемся. Ай-яй. О, ты ногой вот видишь и убиваешь? Я считаю, запретительно. Его рэп прилетает. Ты чё? Подожди, а как вставать нормально? Я ещё не понял. Там же можно как-то крутому. Не знаю, я из него выпрыгиваю просто и всё. А, у меня одно хп, я дохну здесь как лох. Я думал, я забыл, что камбэк тут надо делать. Расслабился счет. Нет. Ну вот, кажется, не стукнуло. Да. Наверное, не надо было падать сразу. Стрим все окей, давай иди перезаряй эту свою фигню. Перезаряжай, сейчас. Да, давай. Ждем, друзья. Может, проблема на стороне Твича. Так нет, не стрим же, это ж играть надо, а в игре понятно, что от Твича ничего не зависит.
А то как-то совсем все очень медленно, и то, что Смути своей головой успевает думать мысли, пока все летит. Это я не согласен так. То есть, если даже вот в практике, допустим, буду я сбивать эту грушу. То есть бегаешь достаточно быстро, там бахаешь, что делаешь. У него не всегда есть время на реакцию. Так ты медленно летаешь, и он там сразу все делает. С яйцами, что с ними надо разобраться, когда они дерьмово кидаются. Или это я дерьмовый? Смотри, ты что, вернулся уже? Да. Ну что, если залазь. Сейчас. Я с яйцами пока разбираюсь. Все плохо кидаются. Большие проблемы с яйцами. Да, я в 50% просто сворачиваю яйцо и начинаю кататься. Это разве плохо? Вообще не очень. Я понял, надо стик очень жестко. Оу, сап-хайп! Сап-хайп! Капитан Петрович, just subscribe. Леди и джентльмены. Сап-гол меняем на 29. Капитан Петрович, добро пожаловать в ряды арбузиков. Тайдхантеров, я не знаю, как это назвать. Арбузиков или тайдхантеров? Это важно. Тайдхантер — это арбузик, то есть. Привет, привет, и спасибо за поддержку. Деньги, give Dota 2, max репост. Друзья, давай завтра будем в дотку катать. Соло кушечку, прям, чтобы максимум подхёрт и... Абсурда. Убил подушку. А вот, кстати, чего я не юзаю, это даунсмэш. Потому что ты не ролишь. Я так понял, им ролл надо панчить. А ты вообще не ролишь. Боже, сколько это стоит, куда кидать деньги? Под стрим кнопочка сабскрайб, и будет сабхайп, и смайлики вам дадут прикольного тайт-хантер там. Да, смысл? Спалил мой бизнес-план. Я здесь прям промоушен строил. Что я не сплакал? Все равно лагает. Все равно лагает? Кажется, да. Так не, ну подушка у тебя локальная. Я не знаю, как у меня подушку умудрилось согнуть. По-моему, о, слышь, норм вроде, не? Да, вроде. Понравилось? Мне очень понравилось сейчас. Смог все подать. О, смотри, там сверху написано наши имена, подожди. He's not yoking around, а твой low armor, high agility. Where's your armor? Now. Ага, ты понял, как это делать, да-да-да, вот так. А у меня второй мой прыжок, у меня супер армор, то есть если ты меня с ногой полетишь, ты все равно урон получишь. То есть ты не перебьешь мою фигню. Let's go! Блин, классно без лагов так. Я прям это на хайпероне. Хайперини. Ты хоть понял, как это работает наконец? Нет. То есть ты опять летел медленно, а потом бах и бам-бам. И я все. Бах и бам-бам, да. Примерно так и происходило весь, согласись. Ты если поймешь, что я на тебя постоянно дашу с этой фигней, ты сможешь шилдить и меня наказывать за это. А я люблю дэшить. Допустим, вот так бегу я, и бац, зашел дело, и сразу же либо грабишь, либо что-то делаешь со мной. А еще из шилда можно прыгать, это вообще топ тема. Так, это, погоди. Ну так. Неправда. А, это я могу, из яйца. Да, я тоже могу. Ну вот, это нормально. Потому что иначе, когда ты его снимаешь, он лагивает. Типа, у меня скоро поломается, у тебя щит исчезает, попробуй. Когда ты отжимаешь кнопку, это некоторое время занимает. А когда отпрыгаешь, чуть быстрее. И когда грабишь, чуть быстрее. Fuck you, guys. Бах-бах и бам, да, действительно, что можно. Давай всех по заднице, да. Допендрился там. Смысл там задница, чекался. О, куда? Вернись меня, брат. Перепугался, типа. Нормально, нормально. Камбэк изрил, гайз.
А, вот опять. О, вроде сработал. Урон нанесен. Ой, я научил. Я попал наконец-то ниже, ниже горизонта. Опа. Опа, гайс. Опаньки. Победа. Я не знаю, как это получилось. Необъяснимое явление произошло. Большой. Хорошо, в смысле, я рад, что без лагов, видишь, у меня прям сразу настроение поднялось и сразу жизнь захотелось. То ж. То коробка откроешь, что лагает, блин. Здесь хоть и нарежь. Гомон смолись. Почему в этот раз не сработала моя стратегия и не там было? Не знаю, потому что я знал, что ты не бежишь. А, я не в ту сторону. Как там быстро разворачиваться? Быстро разворачиваться? Ну просто нажимаешь либо граб, либо что-то еще. Либо граб, либо в другую сторону. Ну, типа, я стою, я оп, и вот так. И вот так. А, комбатроникс не включился. Слушай, а мне кажется, я могу... Подожди, а у тебя 40% уже. Мне кажется, я на лоу проценте могу вот так сделать все. Потому что ее земли можно нажимать. Можно, типа, попробовать... не пинайся мне. Ты, кстати, полз пробовал? Полз классно. Так, берешь, так, оп. Next level. Get the fuck out of here. I don't care. Wait. Okay, I'm done. Переехал яйцом. А, о, это что за звук был? Во, фигня, которая решил да вниз одновременно, ей должен граб можно. Да, вот так вот. Ну, она очень короткая. И типа надо быть очень крутым, чтобы задолжить граб. А, в воздухе, кстати, тоже можно. Это ногу, слышишь, могу дожить, наверное. Типа, если я не с ударом буду лететь, с подожжем. Давай, слышишь, ногу. Какую ногу, это что ли? Фак, эй! Ты думал, у нас следами? А, да. Еще не пошло. Ладно. Что такое было? Тихо-тихо. Там смыть топит за себя уже. Я просто, конечно. А, это было. Короче. Вот этот тучизм мне не очень нравится. А, лицо. Ай, прицо. Ох, как сочненько. Подожди, а ты. Ой-ой-ой-ой, какой. А, пожалуйста, не умирай. Ешь и ешь и живи. Тихо-тихо, в смысле. Почему шилд не надет? А, я все. Отлетел. Нормально. Слушай, я... Хорошо, потопили. Я больше часть времени пытаюсь головой понять, что делать. Прям... Я так понимаю, все-таки надо чуть больше рефлекторно действовать, потому что я замедляюсь очень жестко. Ну да, на инстинктах. Все дела. То есть можно попробовать прям суперактивно нажимать кнопочки. Посмотреть, что из этого выйдет. Правда, обычно из этого выходит, что все носятся, никто ни по кому не попадает. Ого, ты тренажерка пошел.
Вот, обманул меня. Я себя. У меня раньше очень большой от фигни. То есть можно юзать, если прям совсем понимаешь, что чувак там что-то лаги делает. А, во, я вспомнил свою думку. Ничего себе. Ты придумал, типа? Подожди, а как ты так? Типа ты можешь отменить это дерьмо и что-то другое начать делать? Ну вот медленное, да. Быстро не могу, потому что не успеваю. Ого, ты что, давай сюда начну? Я просто... Я всегда хотел просто другие кнопки был постоянно. Так, давай еще раз. О, видишь, сразу прям панишинство. Ты, короче, слышишь, ты два дня от этой фигни огребал, только потом понял, что давать можно. I'm done. Я просто нашел, где шил на какой кнопке. Я в время подумал крабом. Ага. Эй, молодки. Сразу инстантли по заднице. Я что-то надо было делать, наверное. А, я не смог. Не, то, что ты что-то нашел, это, конечно, я не очень добрый. Опять медленно. Тебе может это, слышишь, почитать гайды там, понять, какая быстрая, какая медленная, и ты станешь крутым. Я пытался, ничего не нашел. Нет, толком. Давай, дед, потери. Чет? Почему-то иногда ты вроде лицом-то на анимацию наступаешь, а иногда кажется, что все не так должно работать. Как минимум, мне так кажется. Опа, это как раз супер армор мой был. Эй, это должно было быть наоборот. Огребаешь? Не попал, да ладно. А если бы я попал, ты бы сдох, наверное. Не те кнопки. А, это не должно убивать. Вот это должно убивать. Он не убивает, потому что там шилд. Лагает ничего, смути. Ты опять лаг свичите, я понял. Че сделал? Я не то нажал, я сейчас сдохну. Я сдох? Нет. Ливинг. Подловлено. Победка. Уф. Ту-ду-ду-ду. Прошу, готовлюсь я к чемпионату, Смуси. Как ты считаешь? Мне кажется, на DreamHack-то можно будет уже поехать, да? А там будет? Так и куда они денутся? Наверное, нет. Это не топовая игра. Не, а Smasher, они обычно какие-то там полуподвальные у них эти, чем? Ну, притом да, их да, очень да. много, и они хайповые все очень, но... Какие-то нифига не мейнстримные. У них типа два лана больших, это Apex и Evo. А я вот, тем не менее, все-таки мульти этот, что он больше там SF4 и... Короче, кол. Что-то я не то нажал, и это меня спасло. Иначе я по лесу получил. I'm fine with that. First blood. Что такое вообще? Что мы делаем? Слышишь, мой волейбол, ты если гребать должен. Когда ты так выходишь? Я не знаю. Где-то там, по-моему, весной. Я поиграл с удовольствием. Я бы тоже. Он прям классно выглядит, почему-то хайпово. Что сделать? Я на Б зачем-то нажимаю очень много. Шатдаун тилл, что делать? Трипает? Не помню.
Опять не попал. Ты на своем экране был в моей модельке? Ты, потому что на моем экране ты прям наступал на фигу. Ну, да. Я прожал это. А, ты спододжил? Да. Я понял. Ах ты я читер. Я тебе летаю постоянно. Чтобы тренировать эту штуку. Так это ж оно очень, типа, лагучее. Короче, смотри, давай разойдемся. Типа, попробуй приземлиться просто с каким-то ударом и попробуй приземлиться с пододжем. Типа, если ты приземляешься во время с пододжа, то после этого ты, допустим, шелдователя бить можно значительно позже. Все. Ну да, шелдовать, да. Там как-то даже хитрая тема есть, что они шилд жмут, когда приземляются, потому что это лак убирает почему-то. Я не помню как. Типа... Ну ладно, это, короче, отдельная схема. Ладно, пойдем. Мне себя бить надо, кстати. Как? Тебя убить. Не хочу. Не угадал направление. Щет. Там нормально все? Что происходит? Я тебе лицо бью, я теперь убил тебя БКРом. А, поймал на инвульке меня. Ау, улетел. Спаси. Фанточка, значит. Я вообще не смог. Вот это топовый комбо. Я тебя побить не смог. Ролить начал, ничего себе. Да, тут интересный момент. Не получилось быстро, да я быстро, наверное, лицом поймал бы, а не так вот. Тебе надо выяснить, как она работает. Ту-ру-ру-ру. Постепенно осваиваем. В принципе, чем дальше, тем становится понятно, что все больше и больше фигней всяких. Притом, типа, как-то более-менее коммуницируем. А если не коммуницируешь с чуваком в какой-нибудь фурглоре катаешь, так он тебе вообще просто лицо изобьет, а ты не поймешь ничего. Я тебе рекомендую попробовать, кстати, потому что я пробовал, и там был просто это, на 3DS. Да, там ад какой-то. Там какие-то люди просто вообще не человек, нифига. Как ботинки контрить? Ботинки не контрятся, потому что шокинг ньюс. Ой, что ты мучишь прямо на душе. Ай, я ж тебя съем. Ай, да ладно. Дед, пока. Ты как? Ничего себе. А, я понял, у тебя маленький процент, поэтому сразу. Изи, тебя влазишь.
Мне кажется, что у меня как у Кирби вот эта вот вниз падалка, она прям наказуема. Просто у Кирби она прям туза макс наказуема, прям показательно. Что улетел тебе там еще вставать надо из гирки это. Здесь примерно так же, только наоборот. Мне кажется, ее на земле надо юзать, потому что когда я на земле нажимаю, вот так вот делает. По-моему, два раза это урон наносит. Еще, кстати, у меня было предположение, что это комбо. То есть можно сделать вот так. И... А, вот так. Короче, я затупил и голову не понял, что нажимать. Иди на танк. Я прыг по трассе свой. Это надо этим мегаменом. Он когда грабит, он прям задницу оценивает. Не надо меня мегаменом. Слушай, а давай поменяемся потом. Типа ты будешь Йоши, а я буду этой. Интересные фантазии. Как-то все повернул сразу. Давай. Давай. Скажи мне, какие кнопки за? Смузи сжать в основном на прыжок. Это, пожалуй, самое частое, что я нажму. Часто, что я нажму. А где он тут? А где он? Он нашел. А, вижу. А что, некром нельзя быть? А нет, можно. Так, и как здесь? Типа, сейчас я чему-нибудь с тебя научусь, может быть. Вот это мне. Ого, мы два негра. Куда ты поехал-то? Так. Так. Начало обучения успешно. Что он еще умеет? Смотри, кидать яйца наверх Б. Больше тебе вверх Б, вниз Б надо. А сайд Б стараться надо не юзать, потому что это яйцо, и ты сразу убиваешься. А нютрал Б, ты яйцом ты съедаешь, оно тоже юзлесс, то есть не особо нужно. То есть нютрал Б и граб не одно и то же? Не, это разное. Грабом ты съедаешь и жуешь, там можно укидывать. А эта фигня другая. Ладно, погнали. Ты что, мне форт там должен? А как ноги делать? Ноги просто на нетрол. Нет, погоди. Какие? На какой нетрол? Ну, просто на А нажимаешь. Какие ноги тут? Ну, ты прыгаешь и просто А жмешь, да, вот так. Нет, он же как-то там быстро делал. Во, вот так это было. Да, вот так, да. Вниз А. Угу. Так, я пытаюсь по той схеме. Мне кажется, надо активнее перемещаться от бабы. А, я понял, у него игра большой, но он такой лаги, что это просто невероятно. О, ничего себе. А бросать куда, чтобы... О, я понял. Почти всегда вниз надо бросать, чтобы ты мог потом подпрыгнуть и фоллоуап сделать. Ничего себе, ты подожил. Давай еще раз. Так, это оби надо было делать. Я не то сделал. Так. О. Ой, все же. А, ты фор дал. А, я же цветов сразу на тебя. А, это тоже хороший костюм. Сокорт рельхаст. Не, давай. Еще. Давай еще, да, окей. А то ты что-то я смотрю, как ты это. Ты там что, ты в яйце что вниз свалил? Я даже не смотрел, я. Нет, первый раз я вниз Б сделал. Посмотреть просто я не знал, что он вперед немножко прыгает. А, ол. Three,
Нет, 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 нет! На Б останавливаюсь. Просто кнопку отжимаешь. Да. Я был. Э, а как ты из стана вышел? Ну, он медленный. Так, вот так, да, надо. Короткий. Ой, это обсмешан, он такой дерьмовый. По сравнению с Йоши, что ты меня на лайнингах можешь своим обсмешан ловить. Да, вот так вот. Ну, Самус, вот эта веревочка, это просто забей. Ну, она, да, не очень хорошая. Да блин. А, это как-то гриба. Чё ты изи опять? Надо научиться фоллапить как-то. Да, будет норм. Оу! Да ладно. Что-то она дохнет рано. Кстати, сколько у меня процентов было? Наверное, много. 101. Да ладно. А, я понял. Он, короче, просто как антиэрб, потому что вот эта вот фигня, она какая-то раковая. Он, по-моему, больше сбоку вот, этот, вот эти вот ноги. Как это работает? Короче, я понял. Подожди, я ж не закончил еще. Что-то там не закончил. Минотроникс, не? Не будет нас? Нет, в сторону кидать это достой. Заешь всегда вниз, надо кидать и потом пытаться плавать. Либо вообще не кидать, ты просто на А долбишь, короче. Когда ты меня жрешь, просто долбись на А. Потом ты выпустишь изо рта и два раза ногой ударишь. Долбишь, долбишь, на А, долби. Давай на А. Да, ну типа, чтоб ты жевал меня. Вот так. И сейчас ты выпишешь еще ногой на ТНА. Вот так. Это комбо. Бомба-комбо. Бам. И это не убивает вообще ни в какую, да? Оп, это убивает, да. Слушай, а даже прыгать не пришлось. Я прям краешком зацепил. Хорошо стало. Пинг, играл бы ты в доту, если бы там был Йоши. Слушайте, если бы в доте был Йоши, еще и желтый, то это прям, я думаю, топ-чемпион был бы. В коробке, да, в коробке была уважуха. Открыл коробку, а там уважухи, целый вагон. Респект и уважуха. Повалились просто. Пишет два рака. В принципе. Давай обратно, слышишь, меняться? Давай. А то как-то баб твоя это. Непривычно. Ну а не то, что непривычно, типа по-другому думать надо совсем. Абсолютно разные инструменты. Аптилт я вообще не понял зачем, я хотя я свой в принципе не использую. А мне аптилт, кстати, классно, то есть вот эта тема, вот эта. Вверх подбрасывает. Ну-ка, а как ее юзать? Нормально. Наверное, просто подбрасывать. Типа лендинги ловить какие-то. Подожди, а с ногой на меня выпади, пока вот так делаю. Кажется, я сейчас пульсу. Ладно, хороший эксперимент был. Ой, я научился попадать. Ладно, сейчас это было необходимо. Все, поехали.
Я же лагал. Ничто, ты там лагал. Ботинки не контрят, в смысле. Потому что они зеленые. Оно ловит прямо, выхватывает с земли. Я считаю, нелегально. Живем. Пошло на реку. У меня основная проблема, что я когда с шилдом качусь, точнее, когда ролю, я не понимаю, откуда я появлюсь лицом в какую сторону. У тебя такой проблем нет, потому что ты себя видишь в шилде, а я видеть себя катаюсь. Понял, фак. Ты сам упрёшь? Подловлено. Ай-ай-ай. Ай, это... БКР, кстати, почему-то у всех персонажей очень жесткий, вот это вот хвостом. Оно убивает даже. Там ползу собрался. Прям наступил. А я, кстати, когда я играл, мне сложнее было ловить этой фигней. Я, наверное, не привык просто. Что наступает на нее все. Ну да. Ага, поймал. А у тебя сразу же отработано, что ты знаешь эту тему. О, второй прыжок. Слушай, второй прыжок КП. Хвостом. Давай еще разок. Ой-ой-ой, как больно. Эй, я тебя выкинуть не успел. Ай. Да ты. Я старался же. Блять, не считается уже. Опа. Ничего себе. Вот это ты ему показываешь. Смути, next level. Короче, я знаю, что тебе надо делать. Ай, только нет, пожалуйста. Вот это вот. Как так? БКР, он убивает. А как три прямо сразу? Ну, он... Там три удара, он верхний с хвостом. И он убивает. И форварда тоже убивает, но надо спайкнуть. То есть, типа, если ты над пропастью... Мы, кстати, над пропастью вообще почти не бываем, как мы друг друга не выкидываем. Надо, наверное, стараться. Но мы им не оп. Мне над пропастью, правда, находиться незачем, потому что я это... не умею там это, возвращаться обратно. Хотя у тебя тоже не очень хорошая тема. Контрпик у тебя стал фан. Давай. На самом деле он контр-япик, не суть. О, ничего себе. Слышь, это вот этот вот контр-пик? Вот этот вот парень? Ну. Который воздух не может вообще абсолютно. Ему и не надо. Вообще, в принципе, да. Не, у него есть комбо там какая-то супер комбина. Воу. Слушай, это работает. Волос под дождь. И опять? Четыре. Понял, в смысле. Больше экспериментов не будет.
тебя на большинстве этой фигни супер армор. Значит, что если ты бежишь на мои ботинки, то тебе на них пофиг должно быть. А мне с той стороны задача просто всегда в воздухе быть. Ты не будешь знать, что со мной делать. Что я там нагребаю как? Мне на этом герое вообще пофиг, что происходит вокруг, главное за экран не вылезти. Да, главное следить за собой. Так, я тебя хитро обманул. Да, чуть прямо от души. Ничего себе. Опа. Смусь, ну, как-то очень... Как настоящий Little Mac, все в порядке. Прям негативный хайп относительно этого персонажа, да? Что это такое? Такой опять он за свое... Слушай, я тоже тогда попробую такого парня. Раз мы пробуем. Будет интересно. Надеюсь, ты не Little Mac опять? Молчит. О, нормально. Дальненький. Ай-яй-яй, сейчас бомб взорвется. What? No! Чё-то изи. Ай-яй, там, жал. Ладно. Справедливость. Смысл, чё чарится сток, да? Чё, там норм? Так вот придумывает план весь. А бомба, ну, да. Если. Ай, бомба бомбанула. И неожиданно довольно. У него от бомбы, блин, сложно. Очень много кнопок надо нажимать. Да. Огребаешь. О, я так еще могу. У кого длиннее, эй? У тебя длиннее оказался. Не хотел признаться на этот фильм. Ай. Как никто не прыгает. Я вот так могу. Оно вообще контрит все что угодно. Наверное. Предположение было. По-моему, полетом бомбы тоже как-то можно пролить. Эй, ты куда? Нет, полет бомбы нельзя. Не, как-то вверх кидали. Эй, ты что, убьешь? Ну, оно да, оно убивает. Вот это? О, да точно, да. Какая странная музыка была. Динг-конг. Это же этот, один из последних уровней. Блин, когда на УЧАР будешь делать по Е? Не знаю, никогда. Ну, не то, что никогда, в следующей лиге.
Сейчас ты явно что наигрался. Два чара достаточно долго жили. Последний уже, в принципе, надоел. Я как-то вяленько поиграл. Так, ладно, с Тунлинком, допустим, поэкспериментировали. Надеюсь, мы все получили полезный опыт. Wrath of the Reset Bomb. Это откуда музыка? Вот, не знаю. Что знакомый прям. Судя по фаулинии, это... Не, а здесь от урна не зависит, я тоже понял. Чем не зависит, зависит. Не всегда типа зависит. Ну, судя по тому, что я не знаю, и только фаулина. Чикси медауны. Давай я тебе урон нанесу, пускай-нибудь. Не смотришь. Было же 5% что-то. Чё ты ешь тебе там это? Ты как-то просто взял и упал, я не ожидал такой подлости. О, форвардер у тебя жёсткий. Ай, я экспериментировал пока с яйцем. Это же that means. Прекрати это. Ну слушай, наука требует жертв. Ну что ты какой хитрый, я думал, ты будешь как всегда отбивать. Не. Я понял, то что ты что, ты очень долго летел, прям видно то, что какой-то мыслительный процесс там происходит. Ну вот, а я вот не смог на этот раз. Мне кажется, тот, кто первый сток забирает, то... его большое преимущество. Потому что он часто в рейдж-моде, который больше 100%, который супер камбэк механики. Ну и короче, получается, как в доте, тот, кто первый файт проиграл, тот лошок. Да ладно, в доте, кто первый файт проиграл. Там ввели новую тему такую, что типа минут 20 все ходят, ничего не делают, просто фитит рандомно. Потом ты проигрываешь файт, проигрываешь игру и все. Ну и типа, если потом отдался сам, то короче, считай 3 сток. Примерно такая же аналогия. Это есть так же, что когда у меня больше 100%, я тебя просто распотняю. Бам. О, ты, там есть фишка такая, что когда тебя запускают, тебе надо жать в другое направление. Какое другое? Ну, типа смотри, если я тебя запускаю вверх, вверх-право, тебе надо жать вниз-слева. Это... как это называется? Рефлекс. Ну и типа ты тогда не мрешь. То есть, куда тебя запускают, просто жми в обратную сторону, и ты будешь возвращаться обратно. Ну типа шанс выжить сразу выше. Это, кстати, очень жесткая тема, и те, кто ее умеет, прям дохнут раз, да, меньше. То есть, если ты прям в момент удара смог предсказать, куда ты полетишь, то ты выживешь прям даже там на 120-130%, наверное. Ого, ничего себе. Твоя любимая музыка. Чё-то я все окажусь. Это да ладно. Ну в смысле, это форк, как обычно. Как я, ты не врешь, мой что-то. Так, ладно, надо... Гайс. Камбэк из риэл. Сравнялись. Это первый вьюшный, наверное, Animal Crossing, да? Это... в смысле? Там же их куча была, они на GameCube были. Ну да.
Это, судя по всему, это... Сви обычный. Ну да, я... Да, да. А, я скорее... Да. У тебя очень большая проблема с моим дэштаком, что я так убегаю каждый раз, ничего не сделать не может. Если бы ты контрил каждый раз, ты контришь все мои прыжки, я бы, наверное, проигрывал чаще гораздо. Давай тренировать тогда все. Оп. Тебя потренируй. Оп. Не надо, не прыгать. Прыгать — это неправильный ответ. Так, а дальше? Я проскакиваю в большинстве случаев. Я понял. Я разворачиваюсь, что не умею. О, хорошо. Я так понял, дашь атака — это больше паниш, а не инициатор. То есть, если ты инициируешь дашь атаки, то у тебя опция очень лимитирована. Блин, а у нас потом столько, что-то мы лабораторную работу здесь проводим. Ай. У тебя шилда, ничего не осталось. Курс. Эй, у меня ТП. Я пока соображал, что ты меня ударил на неси. У меня с этим большая проблема в том, что я не понимаю, кто кого ударил. Там как-то бах-бах происходит. Типа схлопанье какое-то и... Пока поймешь, что это ты улетел, а не он. Полсекунды где-то проходит. Ну вот, был камбэк, а потом затупил как-то, значит, мозговая опять. Похоже, под стрессом-то как-то получше получается. Надо активнее болтать. А ты не думал купить геймпад? Что, я? Да. Какой? Ну вот этот вот, геймкубовский. Геймкубовский не думал. Че, дорого? Да. Или напрягаешь, что он типа узко. Игр под него нет. Ну как ты это? Вот это вот игра. Ну, одна. Нет. Слушай, я консоли разве эту игру покупал? Я нет. Это знал. Ай, почему? Я же тебя должен был бить. Как ты меня там перекинул в другую сторону? Я все там от тебя победил. Давай. Ай, хвостом на. Ай-яй. Да. А, у меня супер армор был. Ты по мне попал, я урон получил. Это второй джамп был. А второй прыжок. Нормально. О, у меня... Не, у меня не было времени смеш сделать. Бам. Че, ты залип, ты какую-то кнопку нажал, а тебе надо было влево просто сесть. Ваня, что за коробка с уважухой? На ютубе последнее видео посмотрите, там все станет понятно. Про коробку, про респект, про уважуху. То есть, прям, хорошо было, от души. Давай еще парочку, короче, и... Да. Пожалуй, пойду я. А тут как-то вроде... Вроде новые узнаешь, а... Как ты все равно не учишь смыть. Как не учусь? А смотри, чего учишь. Да, вижу. Где цокорт Лейли Квик? Human Centipede. Почему-то так выскочила, не просто улица. Смусь, ну что-то я не знаю.
Я тоже не знаю. Ты, по-моему, против себя ставишь в этой игре. Тут плохой уровень. Очень резкие эти края. Рип ничто, уважуха все. Уважуха из лайф, уважуха из лайф. все так, дорогие друзья. Главное это максимум фана. Ну и само собой, уважуха. О, Соник. Green Hill Zone. Блин, а почему ты все, типа, вниз не падаешь, а вместо этого направо? Я сам. А, сама так делает? Нет, я. А, ты нажал, да? Да. Да. Да что такое-то? Это, в смысле, большие толстые пальцы. Нет! Ага, все. Вернулся? Победка, значит. О! Слушай, мне кажется, я готов почти for glory там бахс. Ну, я думаю, я туда пойду, мне сразу пояснят, что, наверное, нет, не очень. Ну, попробуй. Надо будет завтра или когда, послезавтра что-нибудь замутить. Вдруг они там, совсем тупые. Сомневаюсь, правда. У нас разъединяется все. Опа. Жданчик. Ай, пинка получил. Ты начинаешь спамить уже это АБ просто на ровном месте. Так потому что клево. Так хоп. Ничего, если ты чуть не въехал, ты б сдох. Наверное. Да не сдох. Гейм! Че, все? Все, дорогие друзья, побахли. Получит много опыта. Смутич какой-то грустный от этого все. Он, по-моему, на задницу больше любовался, там падал вниз. Ну ничего. В следующий раз, друзья, будем врываться в ранкет. Ранкет матчмейкинг. Там, наверное, лагучий, правда, там всякие французы, немцы, эти, пьеры. Но с чехами нормально, с французами будет он. Ну вообще, наверное, да, я думаю, что не сильно-то разница. Лишь бы совсем не лагало, остальное все фигня, я считаю. Вот. Ну и спасибо, до свидания всем. Давай, пока.